Добрый день! Инспектор полиции Жопиков. Так, ваши права и техпаспорт. Жопиков. Когда остановила полиция? Причина остановки. Это парковая зона, ваши документы. Видео доказательства есть? В смысле? Значит, не имеете права вообще-то. О, это вы типа реальный мент, да? Слушайте, а можно с вами сфоткаться? Типа вы меня задерживаете, там всем девчонкам вам показывать в инсту за почек. Ну типа я плохой парень, там все дела, а? Ты еще знаешь, кого ты остановил? Ты еще знаешь, кто я такой, а? Нет. Нет? Тогда запишите, вот, Гладенко Руслан Николаевич, да, в протокол. Халя Михайлович! Ачимеге чикармику! Сахарамина сахарамина! Амсина гроши! Ашакля макархара! А пизделах я какой-то! Попался мне таксистом в первый день работы! Да, Геннадьевич, практика это не наша все-таки. Да, неловко вышли. Товарищ полицейский, извините, пожалуйста, мы так больше не будем. Не будем. А, да, конечно. Угу, ЛДЖ! Пятница, 21 число, нас остановили с Колей, полиция, сейчас будем разбираться. Коля, снимай, Коля, его снимай. Удостоверение, пожалуйста, ваше, удостоверение. Имя. Причина остановки. По какой причине нас остановили? Ага. Так, Коля, сейчас просто молчи, у меня уже опыт есть, я знаю, как грамотно с ними разговаривать. Смотри, учись. Ваши документы. Ваши документы. Вы можете нормально говорить? Вы можете нормально говорить? Так что вообще происходит, да? Что вообще происходит, да? Бля, дядя, ты шо гонишь? Какое правонарушение? Это не наш мопед вообще, мы пешком здесь проходили. Бля, ты именно гнилой, отвечаю, короче. Коля, ты шо завис, пошли? Да какая любовница? Почему ты постоянно истеришь? Да меня полиция просто остановила. Да ч... Можете просто сказать моей жене, что вы меня остановили? Она думает, что я с любовницей. Но у вас нет номерного знака. Ваши права и техпаспорт. О, паспорт, подержи. Подержите. Вот, держите. Да, все нормально. Счастливого пути. Йога, чё бронештяк, зацени наш новый хитяк. Ехали мы с корешем, никого не трогали, но поганые мусора тормознули нас, как всегда. Чувак, надо брать права. Да що ви таке кажете, інспектор? Може якось домовимося, ми з кумом роботи їдемо. Да, ми заробляти їдемо, просто є, може, біточечки, є домашні, греча, вкусна така наша, самі готовили. А ще є домашні ці, виноград є. О, вон якраз мій адвокат йде. Ну, що це таке? Товарищ нарушает, вот, едет. Товарищ нарушает, без номерных знаков. Без номерных знаков. Да ну вас, я домой пошел. Я же говорил, я порешаю, с вас 200 рублей. Ребята, недавно на канале апнулся миллион, и это не без вашего участия. Мы от лица всей команды благодарим вас. Не забывайте, что ваша поддержка мотивирует нас на дальнейшую работу. Ребят, новость по поводу третьей части диплома. Скорее всего, она выйдет в следующую пятницу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо всем за просмотр. Пока.